Привет! Сегодня расскажу, может, кому надо, может, кому-то интересно, кто знает. Значит, вчера произошла такая ситуация, что выбежала тормозная жидкость из цилиндра. Обломился пластиковый штуцер. И мне один знакомый рассказал, как ставить. В принципе, я в интернете не искал, ну, ничего сложного здесь нет. Значит, когда я шланг снял, там очистил от грязи, я это уже сделал, в принципе, а хочу теорию рассказать. Стоит стопорное кольцо, вот такое, вот, и его надо снять. Снимал я простой отверткой, простой маленькой отверткой выковырял, вот, и вытянул остатки штуцера пластикового, жидкость. Ну, прокачивать, в принципе, мне сказали, не надо. Значит, установил там резиновое колечко было на пластиковом штуцере. Я его назад, пока нет. И установил назад. Значит, новое пластиковое колечко. И ударил, когда садил назад, ударил полдюймовой трубкой. Вот. И оно прекрасно заходит туда. И резкие пару ударов, и пластиковое кольцо ставится рожками вверх. Ну, если вот так посмотреть, рожками вверх. И оно, в принципе, стопорит, клинит пластиковый штуцер, долил жидкости. Вот. Ну, я шприцом доливал, одел шлангочку, шприцом потихоньку, чтобы вот этот воздух, который в трубочке остался, он вытеснился. Ну, отсюда уже долил жидкости. В принципе, вчера проверял. Никаких подтеков, ничего. Вот, быстренько все меняется. Надо сегодня купить еще пару штучек. Вообще, ремкомплект, чтобы был в запасе. И все, он недорого стоит. Вот такая вот история. И лужа получилась. Там, где балка, вон, видно. Вот такие вот дела. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Всем пока.